Чтоб ты знал, я не уезжаю из Северной долины ради кого попало. Спасибо, Зая. Но местные достопримечательности того стоят, правда ведь? Земля слухами полнится. Тебе дали новую кличку? Господин Небо? Господин Небес. Ну разве Господь не один? Братья Родригес хотят выйти из игры. Я так понял, ты этому не слишком рад. Да все это слухи. Слухи не слухи, а мне нужен товар. 4 тонны в неделю минимум. Северная долина сможет меня обеспечить? Конечно, что-нибудь придумаем. На тех же условиях, что искали, без обсуждения. Сегодня после обеда у меня встреча с РВС, а потом с боливийцами. Если ты не захочешь разбогатеть, уверен, они точно захотят. Брось, дальше можешь даже никого не искать. Северная долина с радостью обеспечит тебе всем необходимым. Это эксклюзивная сделка. Ты поставляешь товар мне и только мне. Понятно? А, все ясно. Ты хочешь перекрыть кислород Ариана. Они тоже узнавали. Ты понял мои условия. Теперь сам решай. С вами будет приятно работать, господин Небес. Ладно, тогда я не буду мешать вам допивать сей вкусный мохито.